Штрбак, ошибка Штрбака. Да, 5 на 4 в этот раз тоже не забил. Угаров. Ну, это легко для вратаря. Вот Цветков зря, конечно, полез на Масальскиса, и тот... Тот сам зачем-то решил проучить нападающего. Ну, клюшку-то, наверное, положить надо, она там ни к чему. Сотник оседлал своего оппонента. Не вижу, кто это там внизу. Это Максим Соловьев. Ну и давайте ждать, что здесь арбитры придумают в этой ситуации.